Привет, друзья! Сейчас мы опять находимся в невероятно потрясающем месте. Красиво, конечно, духовное место, потому что здесь культурный образ Иисуса Христа. Христа воскресшего. Вот такое вот впечатление, как Он нас благословляет, на нас вот так вот возрел, да, руку и за нас молится. Вот, чтобы была любовь, мир на земле. И вам, друзья, всем желаю любви, крепкого здоровья, счастья, чтобы, конечно же, была любовь, взаимопонимание. Всего вам самого доброго, Божьих благословений!